нам снова нужно сделать выбор! И я так понимаю, что ты хочешь перейти на сторону демонов? Да, потому что они намного лучше! Окей, тогда просто выбираем ангелов! Согласен! Я думаю, что ангелы вообще имба! Кстати, мы должны немного прокачаться! Ага, потому что прямо сейчас мы находимся на 14 месте! Это очень плохо! Мне все равно кажется, что вы максимум докачались до 10 места! А что, если я вам расскажу лайфхак? Как можно всегда побеждать? Реально? Чарли? Я даже не помню, когда в последний раз на ней играл. Выберем, конечно же, другой скин. Этот цветочек точно будет намного лучше. Именно поэтому я решил за нее сыграть. Борис, а в чем тактика? Окей, но я пока что вообще ничего не понимаю. Если вы вдруг знаете, в чем прикол, напишите в комментах. А, прям настолько ты собираешься его сломать? А как ты это сделаешь? Ну, я пока что тоже не врубаюсь. Ага, и даже почти что смог тебя вырубить, но все-таки его тоже мы успели забрать. Да, сейчас заберем еще вторую. И я так понимаю, что эту катку ты реально хочешь затащить? Конечно, я не сказал, у меня есть один лайфхак. Ну я вот смотрю за твоей игрой, ты просто играешь и все, никаких лайфхаков не понимаю. Да он, наверное, просто пытается тебя заскамить и вообще ничего такого не существует. Так, а как вам такое? Ты просто на него ультанул и после этого загасил, что здесь особенного? На самом деле немного нет. Ты вот даже катку уже полностью выиграл, но я все равно вообще ничего не осознаю. Я же говорю, он пытается нас расканить. Блин, да вы вообще какие-то глупые. Ладно, сейчас все объясню. Заберем сначала подарочек. Ага, первый будет такой средненький. Оказался спрейчик. Стоп, а за что еще дали второй? Тома, ты что, не видел? У нас в этот час по выходным будут удвоенные подарки. Ага, разработчики сделали такой для нас подарок. А еще я видел подарок, 3 демонических и 3 ангельских подарка. Стоп, где они? Ха-ха, Губик, вот ты что не видишь? Вижу, только демонические. Куда делись ангельские? Блин, тут есть, короче, небольшая проблемка. Я случайно твой аккаунт зашел и их открыл. Ты что, вообще обнагрел? В смысле ты их открыл? Без меня и даже без видео? Да ладно, Губик, там все равно какая-то фигня выпала. А вот из демонических точно будет что-то очень крутое. Мне кажется, что он сделал специально, чтобы ангельцы мы на видео не открывали. Ага, у меня уже тоже есть такое предчувствие. Ладно, сейчас откроем еще третий подарок. Он, походу, будет самый лучший, потому что открывался дольше всего. О, какая-то новая иконка. Ну да, немного перепутал, но на самом деле вообще без разницы. Так, мы пока что находимся на 13 месте. Не густо. Я же говорю, максимум у вас будет 10 место. А я думаю, что прямо сейчас мы сможем выбраться, конечно же, на топ-1. Ты понял, что у меня есть тактика. Дальше играем на Чарли. Ага, Борис, а ты мне, может, хотя бы сейчас объяснишь, в чем вообще прикол? Ладно, внимательно смотри, на противника. Окей, Борис, буду внимательно следить, пока что там 0 килов. Вот ты именно. Окей, давай пока что будем просто играть и надеюсь, хотя бы после этой катки мы уже поймем, в чем здесь особенность. Да-да, сейчас точно поймете. Так, самое главное, просто дойти. И пока что вроде бы у нас получается все успешно. Там есть целых 3 души. Сейчас самое главное их просто собрать. Блин, походу не успели. Офигеть! Реально, противники сейчас заберут все 3 наши души! Реально, счет уже 3-6! Да ничего, офигели что ли? Нужно их просто уменьшить! Окей, сейчас этим заброшки и займемся! Стоп, что? В смысле, их можно реально как-то отобрать? Да-да, ты все правильно понял, смотри внимательно! Окей, а что для этого нужно сделать? Нужно просто давать время, побывать в фокон, и после этого души мы заберем! Офигеть, реально, мы только что видели, что у них было 3 души, а сейчас уже осталось 2. Что? Кубик, а ты уверен, что это действительно так? Да, на все 100%, но я не понимаю, как это вообще возможно? Это просто на Чарли есть такой баг, души можно воровать. Я на самом деле такого даже не ожидал. Я тоже в шоке, как это работает, но это действительно так. Мы переходим на 11 место. Реально, Борис, все правильно. Прямо сейчас на 11 место уже сдвинулись. И это, походу, ваш максимум. Тёма, ты что, совсем глупый? У нас еще есть целых 8 билетов. Я думаю, что топ-1 нам точно обеспечен. Тем более с таким багом. Ха-ха, вы что, реально собираетесь дальше играть на этом бойце Чарли? Конечно, раз прямо сейчас это такое читерство. Думаю, что 100% мы должны дальше это, конечно же, продолжать. Надеюсь, что потом за это никого банить не будут. Ну, не знаю, Борис, банить, мне кажется, это точно было бы перебор. Мы же там никаких халявных гемов не забираем. Ха-ха, ну не знаю, разработчики всякое могут придумать. Да уж, это я, конечно же, понимаю. Так, нужно какие-то загасить. Забрать. И желательно кого-нибудь тоже еще у противников, которые они прямо сейчас уже успели нафармить. Да, ты понял, как это вообще работает?
работает? На самом деле не до конца, потому что сейчас стою около этого правлерово и ни одной души у него не забрал. Ладно, с этим мы сейчас еще обязательно разберемся, давайте пока что будем просто тащить. Есть у меня такое предчувствие, что эта катка будет проиграна. Нет, Сёма, проиграна будет та самая игра, в которой играть будешь ты. Поэтому мы тебе потому доверять даже не будем. Ну а мы, конечно же, идем дальше, успешно тащить. Счет пока что 5-5. Но с этим пока что есть небольшие проблемки. Противники не дают даже к себе подойти. Ага, Борис, только ты, походу, использовал ее наклон, а немного ошибся. Катку мы все равно затащили и даже почти что выполнили с парочку квестов. Походу, прямо сейчас они будут выполнены, и мы еще немножко качнем наш Бравл Пас. А тем временем перемещаемся на 10-е место. Почему так долго? Ага, я думал, что мы уже будем на топ-1. Не переживай, Борис, до него мы еще точно обязательно доберемся. Тем более, что сейчас после этой игры у нас еще должно быть парочку призов. А реально? Это уже 4-я победа на сегодня? Они пролетают вообще как-то слишком быстро. Еще парочку ангельских призов я уже готов набрать. Надеюсь, то, что из них прямо сейчас выпадет какой-нибудь топовый скин. И чтобы нам точно повезло, думаю, что нужно прямо сейчас подписаться на канал. Срочно нажми на кнопку подписки, а мы открываем первый подарок. Походу, вы еще не подписались. Ага, нужно срочно это исправить. Мы второй подарочек. И снова получим блинги. Да уж, это точно немного не то. Да-да, просто идем тащить дальше. Кама, сейчас играть собрался ты? Ну уж нет, дай, пожалуй, я сыграю сейчас одну каточку. Сколько можно? Дайте я тоже хотя бы разочек сыграю. Сёма, обязательно сегодня сыграешь одну катку, только не больше. Окей, договорились. Но это будет немного попозже. Пока что мне самому нужно затащить. Да блин, это Эдгар достал меня уже. Я, конечно, его замуровал. Но у них пока что киллов не было. Поэтому вы чего не забрали? Просто украли душу самого Эдгара, которого только что уничтожили. Да теперь нам остается последний килл. Борис, скилл мы уже сделали, нужно просто забрать душу. Ворон, хорош, он все-таки успел до нее добежать. Ха-ха, у тебя там вообще один хп остался, враг вообще остался живым. Сёма, это просто было мое усиление, ты что, даже этого не понял, что ли? Да уж, а, реально? А я думал, у тебя усиление какое-то другое стоит. Да, Сёма, просто как обычно. Так, мы тем временем переходим уже на 5-е место. Неплохо. Стоп, Кубик, а как вы так быстро? Ты что, даже этого не заметил? Нужно, походу, за видео следить немножко повнимательнее. Окей, как скажешь, а может я вообще каточку сыграю? Ладно, так уж и быть, один раз разрешаю тебе сыграть. Спасибо, Кубик, я точно вас не подведу. Сёма! Ну ты же сказал, что ты не подведешь. Ну как так можно? Сёма, просто как обычно, да ладно, парни, сейчас я отыграюсь. Ага, думаю, что отыграться не получится. Тебе даже поставили лайк. О, спасибо. Это значит, что я круто сыграл? Мне кажется, наоборот. Они тебя просто захейтили, и это просто была шутка. А, да? Ну ладно. Кстати, парни, вы заметили? Еще два подарка, и у нас будет следующее усиление. А следующие два подарка у нас будут как раз таки за 8-ю победу. И я думаю, что сейчас моя карета уже обязательно заходим. Главное, только выиграть. Ага, Борис, только тебя, походу, сразу после этого уничтожили. Если что, не слушай, убрал! А, стоп, реально? Ага, видишь, у них всего лишь одна душа, а у нас уже целых 5! Ага, уже целых 6! Я на самом деле даже этот момент как-то немного пропустил! Ха-ха, еще говорит, что я невнимательный! Сёма, да с тобой-то и так все понятно! Реально, Борис со своей командой сделал всего лишь 4 килла и смог выиграть! Чего, в смысле 4 килла? Ты что, снова этого не понял? Можешь видос на пару секунд назад перемотать и пересмотреть! Там было 2 килла у одного чувака и по одному у двух других! Да-да! Все за счет того, что я немножечко украл душ. Чего? В смысле? Какой душ? Ты что, мыться собрался? Тома, ты можешь всякую фигню не нести? Окей, только если разрешишь играть. Ну уж нет. Думаю, что ты точно этого не заслуживаешь. Ты нам снова проиграешь катку. Ага, ты будешь сразу нас, которые нам просто капец как сильно важны. У нас сейчас нету шансов на поражение. И поражение у нас тоже никаких не будет. Потому что нам осталось забрать последнюю душу. Правда, меня снова заморозили. Произошло это вообще максимально не вовремя. Не переживай. Там, если что, мы с Динамайком тоже разобрались. Бой окончен, мы его, конечно же, выиграли. Получается, еще немножко просыпались в нашем списке.
Да, Борис, все правильно. Мы тем временем уже переходим на третье место. Подожди, или на второе? Не-не, Кубик, вы переходите на четвертое. В смысле, а как такое возможно? Мы тут только что выиграли. Походу, парочка других игроков из этого списка тоже решили выиграть. Офигеть, у нас прямо сейчас просто идет какая-то напряженная борьба. Получается, что топ-1 у вас уже точно не будет. Нет, Сема, прямо сейчас мы 100% до него дойдем. Только нам нужно выиграть. Четыре, не переживай, Борис, мы украли последнюю дожу, и счет уже 5-5. Ага, и мы наконец-то выиграли. Ого, я вообще на самом деле даже не понял, как такое произошло. Но я вообще сделал 0 киллов. Ну, базина. Если ты не заметил, я вообще-то стал настоящим лидером по урону. То есть урона я реально нанес больше всего. И прямо сейчас откроем еще один ударок. Ого, он очень долгий. Борис, тогда остановимся. Мне кажется, что мы кое-что забыли. Ну и что же? Перед тем, как мы его откроем, нужно прямо сейчас просто взять, поставить лайкосик на видео, обязательно подписаться на канал и, конечно же, не забудь глянуть следующий видосик, который здесь появился. И тогда нам выпадет что-то очень крутое, потому что скин реально будет какой-то топовый. Пожалуйста, можно? Стоп, это что, скин на кольта? Ну и заодно получили новенькую способность. И я так понимаю, что это самая последняя способность за ангела. Кубик, но первое место у вас не видно.